Всем привет! Вы на канале Интернет и деньги. И в этом ролике я вам покажу, как можно заработать криптовалюту COS или же контента с абсолютно без вложений на платформе COS TV. На самом деле у меня на канале уже есть обзоры на данную площадку, но есть уже там некоторые результаты, поэтому решил немножко обновить информацию. Да, и думаю, многим это должно быть интересно. Давайте для начала перейдем на CoinMarketCap. Вот у нас контентос. Сейчас цена одной монетки чуть более 2 центов. На самом деле, когда я только прошел регистрацию, то цена составляла даже менее 1 цента, какая там тысячная цента была, если я правильно помню, но точно помню, что менее 1 цента. И вот уже, как видим, немало иксов монетка сделала, плюс на предыдущих выходных цена была еще больше, достигала она более 4 центов, тоже было интересно. Я, кстати, тоже делал об этом пост у себя в Телеграме. Ну и, конечно же, теперь давайте будем переходить на саму площадку, я вам покажу, как там зарабатывать COS. Это, по сути, тоже видеопостинг, только сделан на блокчейне. Да, возможно, вы уже в интернете с этим сталкивались, потому что я тоже видел некоторые площадки, которые как быстро приходили, так и быстро уходили. Но, тем не менее, COS TV уже держится довольно-таки давно, до сих пор здесь все платится и все классно работает. Так что я решил напомнить об таком интересном проекте. Плюс я эту площадку использую не только для заработка, но и дублирую свои ролики с YouTube. То есть тут тоже создал свой канал. Плюс эти ролики тоже мне приносят прибыль. Давайте для начала перейдем в мой кабинет личный на площадке COS TV. Посмотрим, что здесь и как отображается. Во-первых, мы видим, что производство 157, то есть у меня на канале загружено 157 роликов, 2 подписки, 344 подписчика. Далее, все токены, которые у меня здесь есть, вот заработано более 7000 рублей. Это что касается токенов VEST, потому что чем больше VEST, тем больше вот здесь сумма. Ну, это как бы выносливость аккаунта, но тем не менее эти токены можно обменивать тоже на COS и выводить. Дней 5 назад вот это количество токенов VEST стоило совсем другую сумму. Здесь было более 12 тысяч, но так как произошла небольшая коррекция на рынке, то, соответственно, и упала крипта, и вот здесь сумма заработка моя тоже упала. Далее, вот тут есть еще один другой кошелек. Здесь, как видим, у меня уже есть 979 COS и небольшое количество эфира. Как зарабатывать на этот кошелек, я тоже покажу. Для этого будем использовать токены POP, которые здесь внутрянка, то есть они нигде не продаются, не покупаются. Здесь их можно только заработать. И с помощью них вот на этот кошелек уже зарабатывать средства. Давайте для начала я покажу, как зарабатывать токены вот эти POP и как уже на них потом зарабатывать вот сюда на баланс COS, эфир, биткоин и USDT, ну смотря как повезет. Для начала вы каждый день можете заходить и вот тут есть войти в систему, открыть сундук с сокровищами и смотреть видео. Нажимаете войти в систему, еще раз повторюсь, что это можно делать каждый день, вот первый день, нажимаю войти. И как видим, 50 токенов POP я получил. Кстати, каждый день другое количество POP. Так что каждый день заходите и все больше их получаете. Далее нажимаю получить еще POP. Ну или же можете вот здесь нажать открыть сундук с сокровищами. Но можете просто нажать как я и сразу перейти сюда. Один раз в день этот сундук можно открыть бесплатно. Потому что когда вы открываете его второй раз, то за это у вас изымается 10 токенов COS, а поскольку мы его тут зарабатываем, то соответственно нам это невыгодно. Просто один раз в день тоже нажимаем открыть сокровищницу бесплатно и тоже получаем здесь токены попкорн. Ну, в принципе, вот как видим, 150 токенов я снова получил. На самом деле я здесь получал и эфир, вот та небольшая сумма, которая там у меня была на балансе, я тоже с этой помощью и заработал, то есть именно здесь эфиры мне выпали. Далее нажимаем смотреть видео вот здесь слева, потому что если справа, то еще раз открыть сундук за 10 COS. Далее ролики, как видим, сейчас у меня не отображаются, поэтому нужно делать вот так. Заходите смотреть видео, ну либо можете перейти на главную страничку, выбрать любой ролик. Выбираете любой ролик. Главное, смотрите, важно, чтобы ролик длился чем дольше, тем лучше, потому что токены POP на этом ролике вам будут капать примерно полчаса. Так что если вы там, например, выберете вот такой ролик за минуту, то соответственно
вы столько не заработаете. Я делаю как? Набираю по числу просмотров и здесь выбираю там ролик, который имеет более там полчаса, например, да, вот полчаса, 43 минуты. Ну, давайте, например, вот этот ролик выберем, пускай он запустится. Выключу звук, чтобы не мешало. Теперь, ребят, смотрите, вот здесь мое количество токенов PUP более 59 тысяч. И вот тут идет шкала. Она идет, по-моему, 20 или 30 секунд. И за каждое такое время, как только она вот сюда приходит, плюс 20 токенов PUP мне падают вот сюда на баланс. И сколько этот ролик идет, да, точнее, таким образом можно заработать максимум 500 токенов. Как только 500 токенов вы тут заработали, то тут у вас будет надпись готово, да, главное, чтобы ролику хватало время. Ну, конечно, там, если ролик, например, будет минут 5-10, да, то вы заработаете, там, например, половину этих токенов, можете открыть другой ролик, и ролик, токены вам будут капать дальше, соответственно. Давайте еще немножко подождем, сейчас уже шкала пойдет вверх, чтобы вы увидели, как начисляются токены. Вот у меня 59 170. Плюс 20, 190, да? Вот так зарабатываем мы токены PUP. Теперь, как за них зарабатывать токены COS? Вот сюда заходим, полезные ссылки, охота за PUP сокровищами. Нам открывается вот такой вот автомат, ну как в казино, его можно крутить за токены PUP. Можно один раз за 100 токенов, можно 5 раз за 480. То есть таким образом экономим 20 токенов PUP. Можно тут зарабатывать токены, опять же, PUP, COS, Contentas, да. Можно подарки, если выпадут, хотя бы подарки еще ни разу не выпадали. Но вот токены COS уже 979 от них заработал. Давайте попробуем прокрутить, посмотрим, что выпадет. Вот 50, 200, 250, то есть получается 300 токенов PUP я получил. Конечно, использовал больше, использовал 480 и два раза ничего. Давайте еще раз, пару раз прокрутим, так для интереса, чтобы было более понятно и наглядно. Вот, в этот раз уже больше токенов PUP. Почему-то COS не выпадает, но, если честно, не выпадает достаточно часто. Вот, 1.1 COS, 50 PUP, снова 1.6 COS, 250 PUP, то есть почти 3 токена COS я заработал за один прокрут. И так могу крутить, сколько мне хватает этих токенов. Думаю, вы поняли, как это делать. Давайте опять же перейдем в мой кабинет. И как видим, вот тут количество токенов Contentas у меня уже увеличилось. Теперь больше токенов я могу вывести. Чтобы вывести из этого кошелька, нужно вот сюда нажать «Посмотреть подробности». И далее нужно пройти верификацию, потому что, чтобы выводить с этого кошелька, нужна верификация. Вот здесь, как видим, все токены, которые есть, ну, либо нулевые балансы, либо те, которые не нулевые. Есть кнопочка «Вывод», ну, тут можно переместить. Я, конечно же, рекомендую выводить. Вот «Вывод», да, нажимаете. Но если, вот, например, на COS я нажму «Вывод», как видим, нужно пройти верификацию. Я пока что и проходить не буду, вообще планирую, но сейчас не буду, чуть позже объясню почему. Но, конечно же, чтобы выводить с этого кошелька, нужно эту верификацию тут пройти. Теперь давайте я объясню, почему я сейчас не буду проходить верификацию. Я посмотрел несколько роликов, что касается вывода средств. И вот отсюда тоже можно выводить, но в некоторых роликах говорили, что отсюда можно выводить без верификации. То есть, если вы не хотите проходить верификацию, то можете, получается, выводить без нее. Именно поэтому я планирую сделать отдельный ролик, попробую вывести отсюда, вот с этого баланса, не проходя верификации. Но это только для тех, кто не хочет это делать. Я, конечно же, пройду, потому что зачем мне терять вот такое количество токенов COS. В принципе, нормальная сумма там будет, да, долларов 25-30. Вот, поэтому пройду верификацию, мне это несложно. Чтобы вывести с этого кошелька, вот тут тоже можно нажать кнопочку «Более». Далее смотрим, вот эти VEST можно обменять на COS. Вот тут есть, соответственно, такая кнопочка «Обменять на COS». Вы нажимаете, далее тут вводите сумму токенов VEST. Если я правильно помню, можно, по-моему, 500 токенов за один раз. Ну, возможно, и больше. Раньше, по крайней мере, кажется, так было. Вы обмениваете VEST на COS. И, соответственно, уже когда у вас на балансе будут монетки COS, вы сможете их выводить. Но мне кажется, что все-таки можно всю сумму за раз обменять.
Я, тем не менее, в этом ролике, когда буду пробовать выводить 500 токенов, поставлю сюда на обмен. И вот тут, смотрите, ребят, есть тоже некоторые ограничения. После начала преобразования 1/6 токенов VEST будет обменять на курс каждую неделю. То есть один раз в неделю 1/6 с 500 токенов, например, если я поставлю, будет мне обмениваться на баланс, и тогда я смогу отсюда уже ее выводить. Почему так? Я считаю, что это даже хорошо, потому что если, например, вы все абсолютно отсюда за один раз будете выводить, то это, возможно, как-то будет плохо сказываться на самой платформе. Ну а так платформа развивается, по чуть-чуть выплачивает, я считаю, это нормально. 1/6 это за 6 месяцев, то есть полгода, вы полностью всю сумму заработанную отсюда можете вывести. Плюс, пока будете выводить, вы будете зарабатывать плюсом еще больше и больше. То есть получается закольцовка и постоянный вывод. И как только вот эта сумма, да, поступает к вам уже в уровень контента, то, соответственно, здесь, где КОС, у вас тут будет, собственно, перевод. И через эту кнопочку вы сможете выводить. Я вам покажу, как. В другом ролике все это сделаю. Вот, теперь давайте покажу, как зарабатывать эти весты. Снова же таки перейдем в кабинет. Чтобы заработать весты, соответственно, вам тут лучше можно быть либо автором контента, либо можете быть, в принципе, просто пользователем. Но я рекомендую это делать и то, и другое, так что зарабатывать можно больше. Можете сюда запиливать любые ролики, там, снимать природу, город, да, можете, раньше, по крайней мере, можно было даже чужие ролики заливать. Но лучше все-таки этого не делать, потому что здесь тоже можно пожаловаться на авторство контента. Так что лучше снимайте свои, неважно что, можете сюда заливать. И, в принципе, эти ролики вам могут приносить хорошую прибыль. Как это делается? Как ролики вам приносят прибыль? Все просто. Вот сюда давайте перейдем на мою домашнюю страничку. Я вам покажу мои ролики. Вот мои последние ролики, кстати, они мне не очень много принесли, вот 46 копеек, 34, ну вот, один ролик принес мне 291 рубль, 305 рублей, давайте еще полистаем ниже, вот, 435 рублей, 311, 319, 333 рубля, 357, по-моему, были ролики, которые по 600 рублей приносили, но здесь, если я не ошибаюсь, сумма также отражается в зависимости от курса. Ну вот, в принципе, такие суммы. И как эти ролики вам будут приносить прибыль? Вы его загружаете, каждый комментарий и лайк, который человек вам ставит под ваш ролик, вам приносит, соответственно, прибыль. Вся эта прибыль начисляется как раз таки вот сюда в кабинет, в токена VEST, который вы впоследствии можете обменять на КОС. Плюс, если вы заметили, я вначале сказал, что VEST влияет на выносливость вашего аккаунта. Соответственно, чем больше у вас на балансе VEST, если вы, например, кому-то ставите лайк, тем больше он весит. Например, если вам поставить человеку, у которого много VEST на балансе лайк, то один такой лайк вам может принести там несколько десятков и по сотен рублей. Поэтому тоже это имейте в виду. Также вы можете лайкать другие ролики, писать под роликами комментарии, если вы сюда не загружаете видео. И, соответственно, вам в ответ ваши комментарии лайкают, это тоже вам приносит прибыль. Так что зарабатывать можно здесь и таким путем. Давайте перейдем, в принципе, на главную страничку, возьмем какой-то ролик. Кстати, не помню, говорил или нет, ролик вам приносит прибыль в течение 7 дней после его загрузки. То есть вы ролик загрузили, и в течение 7 дней он вам приносит прибыль, на 8 день уже прибыль он вам не приносит. То есть посмотреть человек его может, но ни комментарий, ни лайк поставить под роликом человек уже не может. Так что тоже это имейте в виду. Давайте посмотрим какой-то ролик, вот смотрите, рекомендуемые видео, вот, кстати, 390 рублей человек за ролик заработал, да, 411, давайте выберем какой-то любой ролик, ну вот, например, Дональда Дака выберем, посмотрим на паузу и давайте посмотрим. На ролике 151 просмотр, 36 лайков, ну и 35 комментариев. Теперь давайте, например, я поставлю лайк и посмотрим на сумму, вот, ролик заработал 411 рублей 79 копеек. Я ставлю лайк 412 рублей 8 копеек. То есть мой лайк при моих токенах VEST более 3000 стоит около 40 копеек. Вот, в принципе, столько я человеку уже принес за то, что он поставил лайк. Теперь я могу, например, да, также лайкать других пользователей. Да? Вот, например,
7 лайков этот комментарий имеет, заработано на нем 40 копеек. Я ставлю свой лайк, и со временем сумма здесь изменится. То есть тоже человеку принесет, да, тому, который написал комментарий, какую-то прибыль. Давайте, кстати, обновлю страничку, возможно, это нужно обновить, чтобы посмотреть. Поставлю на паузу, давайте посмотрим. Вот, смотрите, 64 копейки, а было 40. То есть получается 24 копейки человеку, который написал лайк, я только что дал заработать. Вот так здесь, ребята, работает абсолютно... Все одинаково. Например, я тоже могу тут написать комментарий, потом мой комментарий будут лайкать, и я за это тоже буду получать прибыль. Ну, давайте сделаем вот так. Просто скопируем комментарий, чтобы не запариваться, да, в ролике. Нажимаю «Отправить», и как только на мой комментарий кто-то будет ставить лайк, я тоже за это буду получать денежку. Кстати, сами себе лайки вы ставить не можете. Я думаю, вы поняли, как это здесь все работает. В принципе, все просто, ничего сложного нет, но есть одно но. Я приберег все это наконец, потому что здесь есть такие фишки, как энергия и стамина. Энергия, ну это как бы энергия, а стамина это выносливость. То есть, когда вы загружаете ролик, у вас падает и энергия, и выносливость. И то же самое, когда вы, например, пишете лайк, уже начал заговариваться, ставите лайк, пишите комментарии, у вас тоже уменьшается выносливость и энергия. Соответственно, чем больше у вас есть энергии, тем больше вы сможете заработать, потому что больше сможете загрузить роликов, например. Если вы роликов не загружаете, то больше сможете написать комментариев, больше поставить лайков и так далее. И, соответственно, будете больше зарабатывать. Все это тоже зависит от токенов Vest на балансе. Ну и... по-моему, больше всего зависит от токенов Chicken, которые здесь, собственно, на самой платформе можно покупать. Но я это не делаю, потому что, в принципе, мне хватает. Я особо не занимаюсь этим. Если бы я планировал выстраивать какой-нибудь, там, например, пассивный доход, то тогда бы я все это делал, я этим занимался. А так я вам просто показал, как можно заработать именно вот токены здесь КОС, как зарабатывать токены Popcorn для того, чтобы зарабатывать КОС, ну и так далее. Я надеюсь, ролик был информативный, не очень запутан, потому что информации много. И надеюсь, в своей подаче я не запутал, что и как. Надеюсь, все по порядку рассказал, вам было интересно и полезно. Если это так, то ставим лайк, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ну а мы с вами услышимся в новых видеороликах.